Добрый день, уважаемые партнеры! Мы предлагаем вам уникальный инструмент – калькулятор бонусов, который поможет вам определить, на какой вид бонусов по программе 4 на 4 жми на максимум вы можете претендовать. Для этого вам необходимо сделать два простых шага. Первое. Выберите в ячейке период регистрации и введите ваш максимальный уровень в своей истории. Для партнеров с датой регистрации 2021 год вам необходимо нужно будет поставить 0. То есть в данной ячейке, которая выделена желтым цветом, вам необходимо поставить ваш максимальный уровень, если вы уже зарегистрированы в компанию Oriflame и в вашей истории вы выходили на уровень 3, 6, 9, 15, 18 или 22%. К примеру, ваш максимальный уровень 6%. Далее вам необходимо посмотреть в подсказку, которая появляется в конце первой строки. Для этого в подсказке вам выдается ваш план. Уровень 15% с отрывом от ниже стоящего минимум в двух каталогах. Для этого вы выбираете первый период, которая состоит из четырех каталогов, куда вы вносите ваш предполагаемый максимальный уровень, который вы планируете держать. Обязательно к выполнению в каждом каталоге квалификации базовой активности. Это 3 квалифицированных рекрута каждый каталог, личные 150 баллов каждый каталог. В данном случае вы выполнили условия и квалифицировались на бонус 8000 сом. Если же вы продолжите расти и выйдете на уровень 18% и удержите его 2 раза, то мы видим, что ваш план меняется и вы уже квалифицируетесь на бонус уровня 18%. Тем самым вы получаете максимальный бонус, за уровень, который вы достигли в период квалификации. Следующее. Во втором периоде у вас автоматически заполняется ваш следующий уровень, с которого вы стартуете для участия во втором периоде бонуса, и подсказка, что вам необходимо выполнить в данном периоде. В данном случае мы видим, что вам необходимо выйти на уровень старшего менеджера и удержать его 3 раза. В каждом каталоге вы прописываете ваш предполагаемый уровень, выбираете из предлагаемых в данной строчке уровней, заполняете его, и программа автоматически вам показывает, на какой бонус вы можете претендовать, и автоматически показывает, что вы должны сделать обязательно в следующем периоде. Подсказка указывает, что вам необходимо делать уровень критерий старшего менеджера в 4 каталогах. Допустим, в третьем периоде по каким-то причинам вы не смогли удержать данный уровень столько, сколько необходимо вам по плану. Но при этом, вот так пропишем, мы видим, что в третьем периоде вы не квалифицировались на бонус. Но у вас есть еще четвертый период, потому что в четвертом периоде вы можете выполнить критерий старшего менеджера 4 раза, как это прописано по условиям, да, для всех старших менеджеров. И мы видим, что у вас появляется возможность получения бонуса 20 тысяч. Плюс ко всему, мы видим, что ваш суммарный бонус за участие в каждом периоде программы составляет 52 тысячи сом. Плюс вы видите, что при этом сценарии развития вы можете квалифицироваться в Турцию. Если же мы уберем хоть один каталог, да, допустим, в каком-то каталоге вы не выполнили уровень, то автоматически мы видим, что в системе вы не получаете бонус, вы не квалифицировались на бонус. И мы видим, что квалификация на Турцию у вас также не выполнена. Тем самым
вы можете сами отслеживать ваш план. Самое главное, необходимо каждый каталог выполнять свой уровень по плану и вносить в ячейки уже фактический уровень для того, чтобы вы могли отслеживать. Надеемся, что данный калькулятор бонусов поможет вам с легкостью определить ваш план и просчитывать ваши бонусы, ну и, конечно же, квалификацию на юбилейное мероприятие 2022 года. Желаем вам успехов! Используйте данный бонус для планирования результатов вместе с вашей командой. Всем успехов!